Смотрите, дважды побывал в космосе. Значит, профессия востребована. И вот если бы вы снова стали, вот, хотели стать космонавтом, какой бы вы вуз поступали и какую специальность выбрали? Может быть, вы хотели бы стать психологом, там, чтобы, так сказать, объединять этот международный коллектив, или там, врачом и так далее. Вот с позиции вот, вашего опыта. Если бы появилась бы возможность снова выбирать свой жизненный путь, я бы выбрал бы наше родное имя. Те кафедры, которые я закончил. Единственное, что, может быть, я постарался бы учиться сразу же на двух кафедрах, это кафедра динамики полетоуправления и производства противоположных. А один еще. Я все время во время учебы. Спасибо. Во время учебы в институте разрывался между вот этими двумя кафедрами, хотелось бы там поучиться, и здесь поучиться чего-то хватить. Еще желательно с кафедрой двигателей летных аппаратов тоже отпустить поучиться. Это была самая большая проблема. То есть весь факультет? Весь факультет. Весь факультет. А на чего я потом хотел?